Сегодня готовлю рассольник. Очень люблю этот суп. Чисто русский, зимний, наваристый, плотненький, с легкой кислиночкой, пикантненький. Замечательный суп. Огурчики натираю на терке. Все остальные ингредиенты. Все в кубик. Морковка кубик, лучок кубик и картошка в кубик. А с огурчиком не заморачиваюсь. Натираю просто на терочке. Результат от этого не станет хуже. Картошка в кубик. Нам ведь важен результат. Поэтому я работала в общепите и старалась упрощать себе работу, потому что работы всегда полно. Поэтому огурчик запускала просто на терочке. В готовый бульон ввожу картошку. Бульончик у меня куриный. Курочку я отварила, у меня бедрышко и одна грудка. Остуженную курочку нарезаю тоже кубичком. Можно на мясном бульоне, это уже на ваше усмотрение. У меня была курочка, я решила сделать с курочкой. Тоже неплохой вариант, почему бы и нет. Когда картофель отваривается, ввожу сюда всю пассеровочку. И рассол от огурчика, в котором он тушился. Перловочку. Курочку. И последний штрих – зеленушечку. Ваш рассольник готов. Приятного аппетита! Рассольник – великолепный суп из русской кухни. По праву занимает одно из лидирующих мест по супам. Обожаю рассольник. На курином бульончике, наваристый, с легкой кислинкой и пикантностью. Приятного всем аппетита!